Ну что, друзья, давайте вот отсюда начнем. Посмотрите-ка, что творится-то, а? Прямо глаза разбегаются. И здесь вот такие цветастые плиточки, видите? И там дальше какие-то еще предметы. Ну вот, вы поняли, о чем речь идет. Вот она тут. Такое, декоративные плиточки. Надо сказать, что русалочка хорошо пристроилась на этом автобусе. Мило, мило. Так. Ну давайте пойдем влево. Так. Скамеечка садовая. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А? Какие красавцы тут, знаете. Бум. Вот такую рыбу кто хочет? Страшные рожи какие, ух. Прямо для коллекционеров тут, я смотрю, некоторые. По 70 баксов, девочки. Боже, да это черепа какие-то. Я думал, девчонки. Они тут в шляпах. Скелеты сплошные. Обманчиво, обманчиво. За полтинник лягушка, пожалуйста. Чашки по трешке. Но хоть что-то недорогое. Мой дом есть мой дом. Хорошо. Ху-ху-ху-ху-ху. Все родной. Ты смотри какой. Да. Что скажешь, друзья? Интересно. Тут бы, конечно, надо кого-нибудь из местных работников, чтобы экскурсию провел, правда? А то я вам только так показываю на глазки. Ну что, хозяйки, скажите, кто из вас хочет такой горшочек под цветочки или там, может, еще для чего, для дома, для семьи? Не смотрите на цену, просто скажите себе, вот я хочу такой, вот коняшка. Лошадка всего $100, кстати. Ну и где вы такую возьмете, если вдруг захотите, где? Или вот, пожалуйста, прямо как из... волшебника изумрудного города. Ой-ой-ой-ой. А вон те на стене, смотрите. Вы только гляньте на них. Давайте мы сверху пойдем. Хорошо, что камера может увеличивать, правда? Вот это 140 баксов. Сейчас гляди, сожрет. Можно в офис взять такую. Допустим, если студенты зашумели, и по ней палочкой бум-бум-бум по рыбке. И все понимают, надо помолчать. А может, не поймут. Нет уверенности. Так. Лучше колокольчик. Так. Гном. Тоже знакомый с детства до боли образ. Да. Ух.
ящерка мне нравится. Смотрите, какая. Как бы мне за эту мексиканскую музыку страйк не влепили. Ну не страйк, а так. Копирайт клейм. Хрюшечка. Такое ощущение, что их всех один художник раскрашивал. О. Ну что же мы, так, в принципе, почти до конца добрались. Вот эта вещь, друзья, вот эта вещь. Вы спросите, почем вещь? Я даже не знаю, так вот не вижу ценничка. Хотя вот он. 495, вот. Всего 500 баксов. И сколько удовольствия, кстати. Да. Или вот такие собачки. Или это как они? Ну, собачки, да. Это вообще дешевые, $139 собачка. Было. Да. Хочется что-нибудь такое практическое, знаешь, что вот можно было домой взять. Вот тарелку, например. Вот она кривая. Совершенно кривая. Жутко кривая. Вот это, дико кривая тарелка. Ну так она и стоит бесплатно. $40. Так, а это что? Это поровнее будет. Что, не специально кривую, что ли? Вот, это он, наверное, милости не собирает, знаешь. А как? Да. Ну, не милости не может быть. За выступление. Подайте, граждане. А, что это? Камин, как бы там сзади такое, на свет диоды. А здесь вот водичка на сеточку проливает. 370 баксов. Ну что, я боюсь, чтобы вам не показалось слишком много в одном сюжете всего этого хозяйства. Вот. Так что... Наверное, мы будем заканчивать съемку в этом месте. Свет, ты не хочешь поделиться какими-то впечатлениями? Я не вижу этого. Я на эскизе этого не вижу, но отдельные штучки мне очень нравятся. Правда, да? А смотри, какие курочки сзади. Ты на них? Не, оно очень классно, но просто я хочу все-таки такой модерн стиль выдержать, но да. Это не очень. Оно с этим нравится. Это, наверное, мексиканское все-таки, хотя да? Мне как это ты думаешь? Вот эти вот раскрашенные. Какие? Вот эти по центру, да? Вот эти две вещи? Видишь, что на улице оно все грязное будет, наверное, для помещения все-таки. Ну, для учитывая, что там все-таки вот горшок стоит. Ну, и... для помещения, наверное. Ну, наверное. Вот те, которые черно-белые, вот они на улице, это для помещения. Да. Ну, красиво очень. Красиво очень, да. Да. За такую роспись. Да. А вот тут весь сир, 5 роспись. Да, да, да. Видишь как, тут даже табличка есть, вот написано Mexican Talavera History. Значит, Talavera это, видимо, ну да, это какой-то стиль, которым оно сделано. Talavera Title Roots date back to 15th century Spain. То есть корни этого дела, значит, уходят в 15-е столетие в Испании. И кое-что, некоторые образцы, как бы стили, уходят в филиппинские какие-то корни, и даже китайские, а там даже вот кое-что в арабскую культуру, 8 век и так далее. В общем, некоторые объяснения.
поэтому оно же нам нравится. Может быть, мы в прошлой жизни жили в Китае или были арабами. Или, может быть, в Испании жили. Это у кого много жизней? Те, кто первую жизнь живет, пусть не обижаются. У них, может быть, не кликнет. Смотрите, какая мартышечка висит. Ой. Так. Полумесяц какой, какие губки, посмотрите, сделали этому полумесяцу, глазище. Что-то есть такое, я бы сказал. А вы здесь живете или сдарили? Да, ой. Вы снимаете кино теперь? Ну, мы впечатление дорожное. А это для фонтана, да, чтобы вода снялась? Нет, не обязательно в гашке, в цветушке. Вот, видите, у нас общение живое в магазине происходит. Да. Для того, чтобы друзья говорить по-русски, достаточно прийти в мексиканский магазин. И тут кто-то всегда говорит по-русски. Вот эти страшные, знаете, они так хорошо одеты, а на самом деле скелеты какие-то. День смерти, как есть везде. То есть они не страшные? Нет, они не страшные. Это cultural, это культура такая. Ага. Они празднуют день смерти. И, значит, и типа... А конкретного человека или вообще день смерти? День смерти. Как бы, что когда-то мы уйдем, и чтобы снова прийти. Или... Ну, я не знаю, конечно, если у них такая философия. Чтобы снова. Ну, вот здесь история написана, что это такое. А, да. Да, ну-ка. Dia de los Muertos, да. Это никогда не страшно. С древних времен. День, значит, день мертвых. День мертвых, значит, празднуется в некоторых религиях Мексики. Вот так уж. Молодцы, молодцы, что за это. Да, да, да. Мы много раз приезжали мимо, когда ездили. Весело, друзья, весело. День... Спокойненько. Хорошо, так. А вы работаете здесь, да? А что самое ходовое? Вот что берут люди? Немножко tricky question. Все берут? Дева Мария пользуется успехом? Дева Мария продается. Мадам, леди Гвадалупе. Так. Сан-Франсис. Гаргойлс. Мэнгойлс. Хорошо. А Будда? Кто берет Будду? Все берут Будду. То есть неважно, там белые, там мексиканцы Будду берут? Я не слежу за такими делами. Ну, просто интересно, кто берет. Не различаю. Люди приходят и покупают. Все покупают. Все, приблизительно, я так бы сказала, на одинаковом уровне, что крестьянские. То есть это не носит религиозный характер? Yes. Я думаю, что да, конечно. То есть которые люди, крестьяне, они не покупают. А, не берут, верующие не берут. То есть если они как бы... Если они религиозные. Если они религиозные, to the point, что они считают, что они знают лучше. Ну да, да. Тогда они не берут. А просто как красоту можно взять? А берут как красоту, и люди берут некоторые, и Сент-Фрэнсис, и Будду в один и тот же. Угу. А больше это проезжие вот так по хайвею или местные много покупают? У нас не так много местных здесь. Угу. Туристы. Туристы, да. Угу. И люди, которые каяк приезжают. Здесь каяк? Да-да-да, тут база такая. Угу. Спасибо. Но по количеству вот, у вас друзья, гораздо какие... больше, да? Это все, что у нас это есть. Это все, что у вас есть? Но вы получаете их больше? Получаю. Такие красивые штучки, вот я их вам сбоку покажу. Скажите, они как бы, я не знаю, вряд ли можно назвать эти пепельницами. Вот такие вазочки. Это не вазочки, это типа блюдец, но дело не в этом. У меня есть просто мысль, знаете, какая? Наклеить их на основу какую-то и сделать.